Всем привет, с вами Психиатр. Мы продолжаем играть в измученные души. Так, ну и пойдемте дальше. Пойдемте дальше исследовать подвал. Тут какой-то говнюк где-то ходил. Поэтому я иду предельно аккуратно. Я иду предельно, сука. Осторожно. Важно, чтобы я его первым заметил. А-па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 . Валим, 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 валим. Ты где там идешь? Куда поехал? Говна кусок. Сука, 9 патронов ушло, ты понял? 9 патронов ушло. Так, сюда очень... А я, пожалуй, послушаю, слушайте. Давайте сначала сходим в другую сторону. Тут не просто так висит этот знак. Пошел он в жопу. Пошел он в жопу. Зайду сюда. Мавзолей, хорошо. А может быть и стоило. А может быть и стоило. Бля. Ну да. Ладно, в принципе, сохранение было. Чё тут есть? Что там такое? Что там? Без сохранения сюда не заходить имеется в виду или что? Это как понимать? В смысле? Я сохранился. Не с... Да в смысле не следовало? Что за говно? Тихо. А, блядь. Фух, это какая-то загадка. Я готовлюсь к новому приключению. Я лишь желаю найти то, чего ищет любой адекватный, любой активный человек, стремящийся избежать бедности. И что он ищет? Так, что это такое? Земля. Пуста. Углями. Водой. Я бы не был столь уверен, что это вода. По-моему, кто-то нассал туда. Так, 4 двери. Медная дверь. Деревянная. Мне что, нужно угадать, какую дверь надо идти или что? Так, ну он стремится к золоту, я так понимаю. Поменялась записка? Я упал в море, но так не научился плавать. Я на глубине 3 футов под водой. Мое единственное желание иметь то, что было с нами на протяжении всех наших жизней. Иначе мне не жить. Земля? Блять, нихуя не понимаю. Так, спокойно. Записка-то меняется, нет? Я неправильно сейчас сделал?
Так, ну сначала золото. Золотая дверь. Медь — то, что было с нами на протяжении всех наших жизней. А, может быть, воздух? Золото, воздух. Да, смотрите, меня спас экипаж париков, но мы заблудились. Я хочу следовать за светом, чтобы звезд малой медведицы... За светом звезд малой медведицы в ночном небе. Вот сейчас не понял. Меня спас экипаж моряков, но мы заблудились. А какие тут еще раз двери? Золотая, деревянная, железная, медная. Да ты издеваешься? Просто вода. Углями. Так, ну может быть типа тоже небо, я не знаю. Воздух скинулось, да? Аж, сука. Так, короче, первая дверь золотая. Первая дверь золотая. Потом у нас воздух. Золото, воздух. Вот здесь что дальше, я не совсем понимаю. В прошлый раз я куда заходил? В ту дверь, да? Бляха! Ну давай, я не знаю. Ага, свечки гаснут, если неправильно. Все, я понял. Да, свечки гаснут. Так, золото... Воздух. Так, уголь был, воздух был. Ну давай вода, земля, я не знаю. Ага. Короче, золото, воздух, земля. Чё дальше? Свирепый шторм затопил лодку. Скоро мы полностью уйдем под воду. В эти минуты отчаяния моя единственная цель — найти то, что даст... Что не даст мне утонуть. Дерево. Да, смотри-ка, блин, еще две двери. Я дрейфую в открытом море в полном одиночестве. Я вглядываюсь в горизонт. Надеюсь увидеть в небесах чаек. Вглядываюсь в горизонт. Надеюсь увидеть в небесах пару чаек. Блин, да ты издеваешься? Каких чаек? Увидеть в небесах пару чаек. Ну, скинется. Блять, сука. Так, ладно, по кругу. Значит, золото. Потом воздух. Потом, что у нас там было? Земля, кажется. В смысле не земля? Блядь, значит там по двери было по какой-то. Фак, 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 фак. Если там была не земля, значит там была... Блин, что ж загадка такая? Мы заблудились. Я хочу следовать за светом звезд. Я же в землю вроде заходил. Блин. Давай железную дверь зайдем. Сука.
Я тебя не понимаю. Давай взвод. Блин. Да ты суешь. Я не понимаю, вот этот третий проход куда должен быть. Медведица, блядь. Знает. Я, кажется, понял. В третьей двери нужно идти на букву Н. Типа. Вроде бы. Не уверен, но, по-моему, так. Ладно. Так, сейчас деревянная нам нужна. Деревянная, да. Да. Надеюсь увидеть. Я вглядываюсь в горизонт. Надеюсь видеть в небесах чаек. Опять я? Да, смотри-ка, опять Н. Я очнулся на необитаемом острове. Приближается ночь, но я должен кое-что успеть до того, как мир прогрузится во тьму. А холод пронзит мое тело до самых костей. Но это угли. Да, это угли. Прошло уже несколько дней, а я до сих пор не увидел ни одной лодки на горизонте. Здесь я и умру. Другого не дано. Прежде чем я навсегда закрою глаза, я должен еще раз увидеть закатное солнце на горизонте. В смысле? Закатное солнце на горизонте. Опять Ян? Нет, Н. А что? Да бляха. Сука. Как сложно-то. Фиг просышь. Так, что тут было? Да как так-то? Блять, я не понимаю. Сука. Н же было. Или где там что было? Я запутался все. Пиздец. Так, золото. Золото, потом воздух. Потом буква Н. Потом земля. Во, вот так, земля. Блять! Не земля, что ли? Что там? А, и все, крыша едет. Так, еще раз, золото. Воздух. А, дальше. Буква Н. Золото, воздух, буква Н. Все, эти три первые я выучил. Тут, блядь, что? А, тут дерево, сука. Дерево. Надеюсь. Ну, тут же N должна быть, нет? Да какого хуя-то? В прошлый раз же N была. Тогда я не понял.
Ладно, еще раз. Золото, воздух, N, дерево. N, дерево. А что там было? О! Потрох. Золото, воздух. Н. Дерево. С. Блять, я уже все попробовал. Я не понимаю. Чего вот здесь вот? Вглядываюсь в горизонт, надеюсь увидеть в небесах чаек. И что это значит? Окей, давай сюда. Я все варианты попробовал. В каких чаек? В каких небесах? Следующая дверь должна была быть. Ты говно. Нам нужно понять. Давайте так, все эти ОСНЕ я обошел. Давай сейчас попробуем по дверям, по типу дверей. А потом попробуем по типу вот этих разложенных всяких вещей. Я потому что не понимаю. ОС... Блять. Дерево. Так. Блин, ну допустим. Давайте в медную. Хорошо, не медная. Блять! Золото, воздух, и дерево. Чё не так-то? Воздух. А, я на N не наступил. N. Дерево. Так, какая у нас была бронзовая? Давайте в железную, я не знаю. Железная вода. Нет, не железная и не вода. Да я тут уже все варианты переходил. Как я так до этого случайно угадал? Сейчас не могу специально найти. Давайте дерево в угли, я не знаю. Опять скинулась, да сучка.
вода, железо. Блядь, да чтоб тебя. Не, я так сейчас этот запутаюсь. Мне нужно какую-нибудь систему. О, Н, Е. С. Золото. Железо. Бронза. Дерево. Воздух. Вода. Воздух, вода, угли. Земля. Все. Все, сейчас, короче, моя собственная система. Значит, короче, идем в золото. Я сейчас буду вычеркивать те варианты, которые точно не подходят. Иначе я это никогда не разгадаю. Золото, воздух. Н. Дерево. Так, ну давай. Начнем с буквы О. Уголь. О, уголь, дерево. Ничего не совпало. Значит, я вычеркиваю букву О. Вычеркиваю уголь. Вычеркиваю дерево. Все. Дальше. Я потому что не понимаю. Я вроде уже все перепробовал. Так, золото, воздух. Н. Дерево. Может, где-то еще какая-то, конечно, есть подсказка, на которую надо смотреть. Но я не понимаю. Давайте теперь войду я в букву Н. Здесь будет Н. Так, это какая? Медная, блин. У меня бронзовая написано. Ладно, медная дверь. Короче, воздух, медь и буква Н. Не то. Не медь, не буква Н, не воздух. У нас не так много вариантов остается. Золото. Блять, еще, кстати, сейчас одна идея появилась. Подождите. Золото. Сейчас я попробую. Воздух. Н. Дерево. Так, а ну-ка, вот вода. Буква Е. И железо. Я вот сюда зайду. Нет. Вода. Буква Е и железо. Но остается буква С, золото и земля. Так. Значит, где у нас золото? Воздух. Н. Дерево. Так, остается буква С. Земля. А, так тут как-то оно совпадает. Я думаю, каждый раз... Блять, я же заходил в эту дверь. Короче... Вот так вот. С. Последнее... Угли. Угли. А какая самая последняя? Я до сих пор не увидел ни одной лодки на горизонте. Здесь я и умру, другого не дано. Прежде чем я закрою глаза, я должен еще раз увидеть закатное солнце на горизонте. Блять, вот сейчас бы вспомнить. Я до этого, кажется, в Н ступал.
Давайте еще раз. На последнюю дверь сейчас пишу. N-O-S-E. Давайте во, я не знаю. Ой, спасибо! Я не понял, почему он, ну... Блядь, да ну нахрен. А дайте сохранение вот сейчас. Блядь, ну вон же говнюк. Ты что, издеваешься, женщина? А в смысле? Вас тут много, что ли? Чё, падла? Блядь! Так там ещё один! Сейчас еще что ли встанет? Козел! Вроде не тюкнул. Ебать, ну это конечно вы че? Два говнюка, сука. И сохранений никаких не было. Там еще один! А, блядь. Ну ладно, это вот так убьем. Конечно, ага. Самый умный, что ли? Ебать местечко! Спокойно. Что это? Мать, ты можешь как-то медленнее идти? Чтобы не так сыкотно было! Я их проверю. Сука, там пиздец какой-то происходит. Это что? Блять, глобус. Блять, да вы чё? Ну нахуй открытое пространство, это с любой стороны сейчас может залезть. Шприц. Пиздос. Так, тут тупик, окей. В конце 15 века, ой, как много времени прошло, на островах к западу от берегов Канады было обнаружено племя аборигенов, называвших себя тисмуитами. Основным их промыслом было рыболовство. Примечателен тот факт, что в отличие от прочих племен того периода тисмуиты устраивали жертвенные ритуалы, аналогичные ритуалам майя и ацтеков. Так, согласно отчету первых исследователей, отправленных на остров Джоном Кэбботом, аборигены принесли в жертву двух братьев-близнецов, а их кровь использовали в качестве подношения подземному богу, который, если верить легенде, должен переродиться и вернуть наш мир дуализм. Окей. Блять, дайте гвоздей. О, электропушка. Неплохо, кстати.
Да кто, блядь, такой? Я манал, я буду медленно все осматривать. А тупик, что ли? Не понял. Ой. 7 сентября 79 года. Близнецам уже по 8 лет. Они носятся по дому, а пациенты и персонал клиники балуют их без меры. Члены секты теряют терпение. Они считают, что девочек пора принести жертву. Мне удалось снять напряжение, назначив дату проведения ритуала. 26 ноября. Сегодня Анна и Эмма подарили мне пару... Что? А, пару шлёпанцев, которые сами и смастерили. Похоже, они... Похоже, один шил Анна, второй Эмма. Это объясняет тот факт, что... Вот... Что шлёпанцы разного размера. И все же в них довольно удобно. Дата жертвоприношения приближается. Я потерял сон. 15 декабря. Костюмы радиационной защиты стали пропускать излучение от яйца. С каждым разом все больше членов секты... Полукса поражает странный недуг. Сперва им становится дурно и начинается рвота. Чуть позже на коже у них появляются ожоги, а их поведение становится агрессивным. Они перестают узнавать окружающих, членов секты, которых госпитализировали, лечат в секретной палате. Мы призвали и... Мы привязали их к кроватям, и тут стало происходить нечто крайне странное. Пациенты стали врастать в металлические... Что? Врастать в металлические предметы и оборудование, которого касались. Вот как это происходило. Никогда раньше не видел ничего подобного. Этот феномен как-то связан с излучением от яйца. Оно превращает их в чудовищ. Может, это некое испытание, и мы должны пройти его, чтобы заслужить спасение. Может быть. Так в смысле, здесь тупик получается или что? А, блядь. Так, подождите, отсюда я пришел. Ну да, получается, здесь тупик. В смысле здесь тупик? Здесь не должно быть тупика. Куда я сейчас выйду? В лестницу? А как это я так вошел в лестницу? Блин, сейчас бы, конечно, сохраниться, но мы что-то как-то мало всего сделали за эту серию. С другой стороны, не хочется опять эту загадку проходить, если в чем вдруг случится. Так, ну... Теперь мы в зале только. Блять, для дробыша патронов совсем нет. Или этого пистолетика. Блин, поменяйте ракурс, плиз. Ой. Куда? Вы куда, пацаны? Ебать, скримота, да? Это что? Это опять... Да в смысле ты не заглянешь? Блять, не дай бог сейчас кто-нибудь выскочит, сука, на меня. С таким ракурсом ебаным. Да ну нахуя развилки-то, ну сука! Да, и что мне с ним делать?
Я, кстати, мог бы попробовать. Так, ты тут один? Нет, не понимаю. Говнюк! Блять, все-таки встать успел. Паскуда. Ползай давай. Козел. Блять, откуда я пришел? Отсюда. Кафедра, видимо, отсюда читали проповеди. Так, электричество. Ладно, нам его дают, мы его используем. Ну, в принципе, тут только так. Обидно, что ударить меня успел. Почему у меня отняли то, чем я больше всего дорожил? Или это испытание твердости моего духа? Пути к спасению тернисты. Я всегда это знал, но не был готов к тому, что эти тернии настолько жестокие, жестоко пронзят мое сердце. И все же твоя смерть придала мне еще больше сил для выполнения миссии. Скоро мы снова увидимся, Кристина. Так, а вот это не читается. 12 апреля. Сколько душ уже принесено в жертву? Почему-то я не испытываю ни вины, ни угрызений совести. Я убежден, что сейчас наша священная миссия важнее, чего бы то ни было. И в конечном счете все жертвы окупятся. Сегодня мы принесли в жертву близнецов, похищенных нами в городе. Яйцо продолжает развиваться без отклонений. Однако, по мере роста и созревания, оно излучает все больше и больше энергии. Для грешных созданий, коими мы являемся, это излучение небезопасно. У нескольких членов секты наблюдаются ожоги на коже. Для их обработки после ритуалов я синтезировал специальную плазму. Это должно помочь. Надеюсь, костюм радиационной защиты сделают свое дело. Нам как бы объясняют, зачем тут столько костюмов было. Блять, вот откуда он тут бы взялся, этот говнюк? Нахрен он здесь? Блять, не знаю, подхилиться, нет. Я, в принципе, еще пока на один удар. Да сука. Ты чё стоишь-то? Сука. Блять, давайте вот эту. Чё она, блять, стоит? Какой живучий. Падла. Блять, только не говорит, что еще один где-то здесь есть. Блять! Там что-то жесткое. Что-то видел. Надо попробовать его усандалить так.
Блять, ну тут что-то ходило. А, вон ходит. Сволочь. На золотой пластине выгравирована надпись. Прекрасней архангела... Прекрасный архангел едва приподнял палец. Золотой блеск его кольца чуть не ослепил меня, а затем внезапно врата ада распахнулись настежь. Лишь для меня. Блять. Да сделай мне ракурс нормальный, сука. Сзади, сзади надо. Я же нажал! Да почему? Сука! Тварь! Ебучая! Блять, два раза, сука, шандарахнула меня! Какого члена? Он вообще попал по мне. Чё он здесь охранял? Здесь даже ничего нету. Нахуй я его убивал, спрашивается. Пиздос. А, блядь, тут проход дальше. Иди в жопу. Блядь, ну так обидно. Ой. Дробашек. Так, сюда надо что-то вставить, судя по всему. Блин, чё ж я не сохранился-то? А чё я могу их вставить? А в смысле? А он не предлагает ничего вставить. Вообще ничего не предлагаешь делать. А нахуй эта статуя нужна? Вот паскуда, а. Блять, большая хилка практически ушла. Вот это обидно сейчас было. Честно. Блять, серию заканчивать надо. Куда я себе проход открыл? Чё, не понял, зачем? Нет, ну подождите. Что со статуей-то, я не пойму. Но она же, блядь, руку протягивает. А, блядь, палец. Точно, там же про палец писали. Ёбана, опять какие-то подвалы. Фак. Так, это где открылось-то? А, я не хочу. Я не знаю, может мне сейчас пойти сохраниться? У меня сколько этих сохранений осталось? 7. Блин, да давайте пойдем. Чуть-чуть вернусь. И серию заканчивать просто уже надо бы.
Так, блин, сейчас бы вспомнить, короче. Это куда у нас? В лестницу. Так, лестница, лестница. А где... Вот он, давайте я тут сохранюсь, в пизду. В пизду. Сохранюсь и на этом эту серию закончу. Потому что мы очень много сегодня сделали. И говнюков поубивали, и загадок много нарешали. Не хочется это все, если еще повторять. Так, ну давай вот сюда. Да. Все, ребят, всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, вступайте в паблик, добавляйтесь ко мне в друзья. Увидимся с вами в следующей серии. Всем до встречи и всем пока.